День второй. Мы приступили к сборке каркаса бассейна. Если учесть то, что мы бассейн устанавливали в первый раз, то я не буду вам показывать мытарство нашего первого дня. У всех были свои идеи. Одна жена Пашина, Лена, все настаивала на том, чтобы мы все-таки взяли в руки инструкцию и прочитали ее или просмотрели видео о том, как устанавливать бассейн. Но мы же стояли на своем, только потому, что у каждого из нас имеется какое-то, но образование. И напрыгавшись до упаду к вечеру, молодой Валера сказал: «Ладно, Лена, неси компьютер, мы будем смотреть видео». Но самое смешное, что, просмотрев его, мы все равно стали делать по-своему, то есть частично по-русски, частично по-украински и совсем немного по-молдавски. Все, отойди отсюда со своими комментами. Я уже, короче, устал тебя слушать со своими этими. Все, ты вот это кавказскими да? Приколами. Ну-ка, давай-ка. Вот убери так. Твои пластики, я тут вообще-то меряю. Убери, мешаешь вообще, капец. Как. Смотри, ты это видел вообще когда-нибудь так? 100 баксов давай. Ну-ка, теперь туда. Не давай, надо там трогать ничего. И тут все перфект. Давай, ну-ка, бабки на стол, подожди, пацан. А эту поставь на ту. Вот эту и на ту. Ты видал? И тут перфект. Не, ну, нет, давай. Стоп. 100, 200, ну короче, 350 поставь долларов. Поставь теперь, посмотри под нее. Короче. Не, поставь. Говорил я Паше, а? Найми людей. Отдай им 5000 долларов, они тебе поставят бассейн. Да, нет. За 5000 долларов я, сука, муху в поле загоняю. На нет, месяц. Говорит, я сам. Ты вообще в американской школе учился? Мы уже три дня. А что это значит? Три дня уже здесь омуздыкаемся. И еще два будут. Май нига. Я тебя научу, как делать. Максимум три раза мы будем разбирать, собирать, а так все будет правильно. Да. Паша, так что месячишка где-то будет. Hold my tools. Так. Ага. Где бумаги? Да, друзья, нелегкая эта работа — строить бассейн. А что делать? Хочешь, как говорится, хорошо жить? Бассейн — это один из атрибутов хорошей жизни. Да, Паша? Ага. Лучше бы я абонемент купил. В спортзал? Да. Там и бассейн бесплатный, и сауна. А так все пришлось брать. А так пришлось и бассейн брать, и трактор брать. И сауну брать. И сауну брать, и песок, и камни. А так только один абонемент. Да.